сказать, что я немножечко задержалась, меня здесь остальные подождали, потому что Вячеслав Валентинович и Иван Васильевич уже связывались с Киевом. У нас на встрече еще были два помощника народных депутатов. Они тоже связались с Киевом. И нам обещали сегодня к концу дня прозвонить мне и сказать, нашли этот законопроект, уже его нашли. Ну, теперь осталось ответить, кто его задерживает. Мы по вашим председателям первичке прозвоним, расскажем, а они расскажут вам. Вот. Еще раз всем большое спасибо за участие в сегодняшней акции, за поддержку.